Доброго дня усім. В ефірі студія ХАТ на телеканалі С+. І у нашій студії сьогодні ми спілкуємося з Слов'янським міським головою Вадимом Михайловичем Ляхом. Доброго дня, Вадим Михайлович. Доброго дня. І до нас прийшли гості, мешканці Слов'янська. Вітаю вас. Дуже дякую, що ви прийшли. І можете сказати свої питання подалі. Вадим Михайлович, ну, зараз ми з вами спілкуємося. Вже почалася реєстрація кандидатів у вибори. Чи підете ви у відпустку? Ну, сьогодні дійсно останній день подачі документів, що я і зробив в качестві кандидата на должность городського голови. В відпуск з точки зрення, скажімо так, заняття, як правильно займатися виборами, потрібно йти. Однак діла і робота, зв'язана з містом, поки не відпускають, тому що дуже багато питань важливих сьогодні для життя міста. Це реалізація проєктів, які початі. Це і стадіон, і п'ятий маршрут, і лікарні. Їх потрібно довести до логічного кінця. Якраз, думаю, числа 15 октября зможу йти в відпуск для того, щоб займатися передвиборною програмою своєю, зустрічатися з людьми. Поки буду це робити по вихідним. Но это не значит, что не будет вестись агитация, команда будет работать и, думаю, активно, вот буквально на днях начнется эта работа, скажем так, предвыборная. Ну и первое питание, которое будет вы решать, это опалювальный сезон, так? Действительно, сейчас это проблема номер один, потому что сегодня мы готовимся к 15 октября, когда традиционно начинается отопительный сезон. Конечно же, из-за погоды он может быть чуть-чуть смещен, потому что температура, мы видим, показывает уже опять 27 градусов. Но, тем не менее, это не значит, что к нему готовиться не надо из-за погоды за окном. На сегодняшний день 100% жилого фонда готово к отопительному сезону. Есть небольшие там технические моменты, которые устраняются по СМД некоторым домам. Имеется в виду не сама подготовка техническая, а больше, наверное, бумажная. Есть, вот буквально сегодня встречался с жителями бывшей улицы Фрунзе 4 общежития, но это не является на балансе наш дом, он не стоит у нас на балансе, но тем не менее является проблемным постоянно, каждый год, но тем не менее удавалось решать. Сейчас, вот, честно, вот в этом году мы пока не готов сказать, занимаемся. Другое питание – это водопостачание. Як тут справи? Як вирішується ця проблема дійсно для города, для міста? Ну, на сегодняшний день я уже говорил о том, что с сентября месяца мы ушли от графика подачи воды, который был введен в летний период, когда не хватало на город воды, которую давала вода Донбасса. Сегодня уже подается и круглосуточно вода в некоторых микрорайонах. Идет технически, понятно, что когда происходит авария, сокращение воды на этот дом идет, но тем не менее, в общем, хорошая ситуация, я считаю. Более того, на последней сессии выделены необходимые средства для того, чтобы погашать долги старые и новые перед водой Донбасса. Это вселяет уверенность, что буквально и следующие, и последующие месяца мы будем с водой. Здесь хотелось бы еще отметить один момент. Сейчас вот предвыборный такой период, очень часто слышу такие заявления некоторых кандидатов, особенно странно их слышать от депутатов действующих, которые, в принципе, должны разбираться в этих вопросах, связанных с водой и с тарифами, о том, что в городе Славянске самый высокий, чуть ли не в Украине, тариф. Но хочу сказать, вот официальные данные дать о том, что на сегодняшний день, если взять 6 городов Донецкой области, рядом с нами находящихся, самых крупных, фактически мы там на 4-м месте, только по Донецкой области среди крупных городов. А по Украине есть уже города, где и 50 гривен, это нормальная ситуация, то есть и уже это такой тариф длится на несколько лет у них держится. Поэтому здесь нужно внимательно относиться к той информации, которую сейчас предвыборную дают, особенно когда кандидаты в мэры обещают повысить стипендии, ой, пенсии повысить пенсионерам, опять говорят о том, что либо они не знают, как наполняется городской бюджет и на что его имеют право расходовать, либо просто обманывают жителей нашего города, обещая вот невыполнимые какие-то, давая обещания. Как может мэр? Ну вот, пенсии? Да, вот мэр никак же на пенсии не влияет, но тем не менее обещания такие звучат. И... А я хотела задать такое питание про стратегию нашего водоканала. Зараз на парламенте было прийнята програма «Вода Донбасу», так? А наш водоканал, він комунальне підприємство. Чи має він якийсь шанс, будучи комунальним підприємством, війти у цю програму? Чи може все ж таки передати його обласному бюджету? Знаете, чтобы передать, нужно иметь желание области взять эти водоканалы, и область всегда нацеливает на то, что даже
те теплосети, которые у нас сегодня есть в городах по Донецкой области, чтобы рано или поздно в рамках децентрализации передать их городам, чтобы у городов был механизм там, влияния и на тарифную политику, и, соответственно, на сбор денег и так далее. Поэтому мы не раз обращались по этому вопросу, понимая, что это вроде бы с одной стороны снимет бремя, да, там, с города, но тем не менее таких согласительных каких-то документов у нас на сегодняшний день нет. По поводу водоканала. Что касательно воды Донбасса, понятно, что все мы знаем, что много проблем и в водоснабжении области стоит из-за того, что система воды Донбасса изношенная, она тоже очень старая, во время боевых действий пострадала, и, соответственно, аварии, которые происходят на этих сетях, они приводят к тому, что город остается иногда там на сутки без воды, некоторые его микрорайоны. Мы, со своей стороны, на следующий год запланировали подачу проектов на ремонт 9 и 4 водоводов в рамках государственной программы ДФРР. Сейчас будет идти конкурс, это если говорить о воде. Надеемся, что эти проекты будут поддержаны, они просто тоже действительно улучшат систему водоснабжения города. Однако я уже говорил о том, что нам нужно думать о такой безопасности, находясь около воды, независимо от воды Донбасса, искать пути снабжения города из альтернативных источников. Имеется в виду свои водоводы, технически у нас есть, который шел, вот, сделать его, отфильтровывать эту воду и подавать на центральную часть отдельным водоводом уже непосредственно с Донца, как это делает и вода Донбасса, чтобы не зависеть от тех проблем, которые сегодня есть у воды Донбасса. Потому что программа существует, но проблема она сразу не решит всю, потому что система очень большая, длинная, и есть большие долги, больше 3 миллиардов, если не ошибаюсь, у воды Донбасса. И, соответственно, это всегда будет такой, знаете, как фактор риска для городов, которые работают с этой компанией. Там понятно, что руководство области делает все возможное для того, чтобы этого не допустить. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что долги перед энергетическими компаниями плюс изношенная система, это будет постоянно влиять на снабжение наших городов. Поэтому, в первую очередь, я думаю о том, что нужно делать новый водовод, который есть сегодня, делать фильтровальную станцию для того, чтобы в городе был еще один источник. Вот как у нас с Маяк идет вода на Артема и на ЖД вокзал. Точно так же, чтобы центральная часть Черевковка Химик тоже запитывались уже от отдельного водовода и не зависели от воды Донбасса. Але грошей на наши эти мережи. Опять-таки, будем искать, сейчас проекты делаем, да, но опять-таки на крупные водоводы, работа начатая, вот опять-таки, помните, в нашей истории были разговоры о том, что вот куда же девается вода, да, такие вот порывы, вот это все в тариф вкладывается, мы теряем деньги. Два счетчика, установленных на границе подачи воды с водой Донбасса, показало о том, что как раз-таки вот недоработки в этом направлении, а фиксации точного количества воды, которую город получает от воды Донбасса, привело к тому, что мы уже сократили поставки воды только не на экономии какой-то, а в виде того, что поставили точные счетчики, и оказалось, что до 2000 кубов в сутки, извините, мы недополучали, а по бумагам было, что получали. И фактически в долгах сидит сумма, которую мы не получили в виде воды. Поэтому вот мы видим, что на сегодняшний день большая часть потерь, они бумажные, а не реальные фактически. Да, изношенная система есть, да, водоканал, много нареканий к нему есть, как он выполняет ремонтные работы, однако вот такая замена счетчиков и учет воды ведется вот на уровне города и взаимоотношениях с водой Донбасса. Вот вчера позвонила мне жінка и каже, вот продается по місту, ну, якась вода, не знаю, яка. И ця вода, це не просто вода, а ця скважина, яка мала бути отою лінією, яка повинна подавати воду на Артема, и Лях ей продав, что продавали в бутылках. Это вопросы из серии следующие. Помните озеро Вейсовое, когда оно строилось, то люди приходили, откровенно говорили, это Лях строит озеро, завтра там будет забор и будет платный вход. Я говорил, нет, этого не будет. Доказывать этого было бесполезно тем людям, которые в этом уверены, которым рассказали эту байку. Нужно было просто дождаться, когда будет реализован проект. Вот сегодня озеро Вейсовое уже 2 года работает, коммунальный пляж, никаких затрат люди не несут, а вот бюджет несет. Имеется в виду, чтобы создать такая. Взагалі продать скважину. Значит, никаких скважин. Во-первых, это надра. И продажа надр, они невозможны даже никаким там путем подпольным или вообще. Это совершенно занимается, государство занимается продажей этой скважины, дача лицензии на разработку воды. И в том числе город, если ему необходимо, он точно так же на конкурсных условиях участвует в этом. Теперь говорить о том, что вот такое происходит, это просто вымысел. Я думаю, это все появляется вот именно в этот предвыборный процесс. Это как из той же серии, если помните, год назад Лях разрешил проведение гей-парада в городе Славянске, и на полном серьезе об этом обсуждалось, и показывались документы о том, что вот-вот скоро нетрадиционные меньшинства выйдут на наши улицы.
Это просто нужно понимать, что сегодня ведется работа, и в том числе и грязная работа на выборах. Я думаю, що ми відповіли на це питання, а ми перейдемо до більш позитивного. Це наші школи і садочки. Ну, позитив позитивом, але пандемія продовжується. Як вони працюють? Працюют они в нормальном режиме. На сегодняшний день была проблема в том, что 7 классов ушли на самоизоляцию. После прохождения определенного времени 3 класса вернулось к занятиям. То есть на сегодняшний день сказать, что там мы имеем какие-то вспышки, и школы закрываются или садики, к счастью, нет. То есть работают в нормальном режиме. Знаю, что есть проблема, связанная с проездом из-за того, что идет опять карантинная такая вспышка, и, соответственно, усилила работу полиция, правоохранительные органы по контролю перевоза граждан общественным транспортом. Соответственно, вот нормы начинают действовать. Как только они начинают выполняться, это, конечно же, вызывает недовольство у жителей. Но появление дополнительных единиц на маршрутах невозможно в силу определенных обстоятельств. Это все-таки действующий маршрут, согласованный. И введение сегодня не имеется возможности технической даже добавить там автобусы. Я обращался к этому вопросу как перевозчикам. Нехватка водителей в том числе ощущается у них на маршрутах. Поэтому приходится, конечно, выслушивать много жалоб по этому вопросу. Но я уверен, что на сегодняшний день все-таки здоровье – это самое главное у человека, и в первую очередь о нем должны заботиться и сами люди, в том числе соблюдая вот эти карантинные мероприятия, потому что кроме них никто на самом деле не запрет, скажем так, нет возможности всех закрыть дома, там, да, какие-то репрессивные меры вести, да и не стоит. Я думаю, все-таки разъяснительная работа должна вестись, потому что человек – это самое ценное, что у него есть. Людина повинна розуміти, що риск є, да. І дуже ризик великий. Ну і таке питання щодо проєктів. Ви вже казали, що є проєкти щодо води, а які ще проєкти в місті є? Ну, копилка проектов очень большая, от спортивных, спортшкол уже, ну, я имею в виду с экспертизой, мы их тоже подаем, кстати. То есть тут идет работа по всем направлениям. Я сказал, что вот, допустим, 2 крупных проекта по водоснабжению, ищем средства для реализации. В спортивном направлении, то есть понимаем, что наша спортшкола для молодежи нуждается уже давно в ремонте, и такой проект уже существует, и на реализацию мы его подаем тоже в министерство и на ДФРР. Также по транспорту ищем возможность снова получать троллейбусы. Экологические деньги тоже ищем возможность привлечь их в город, потому что на сегодняшний день я уже говорил, что одним из проектов реализации в будущем это будет парк Лесной, потому что уже есть в центре города парк, и также хотелось бы, чтобы такой же парк был и на микрорайоне Артема. Хорошо себя показала и отзывы хорошие от жителей нашего города, от приезжих по поводу озера Вейсовое, поэтому Лиманы-1 – это следующий проект, который я себе намечаю, что будет реализован вот в плане зоны рекреации, да, где могли бы люди отдыхать летом, только озеро Вейсовое у нас соленое, а Лиманы – это пресное озеро. И вот его реализовав, я думаю, будет удобно для жителей Артема, железнодорожного вокзала, для того, чтобы такая зона отдыха появилась на Лиманах-1. Багато проєктів. Ну, це, поверьте мені, якщо я зараз скажу, це на мільярди гривень. Це я так сказав, такі стратегічні направлення, які я хотів би бачити вот в ближайшее время, да? Но на самом деле і по школам, по садикам, по ремонту, вопрос только, где взять деньги, да? Всегда стоит. Проєктів уже написано много, а їх на мільярди, а денег каждый год определенное количество можно получить на город, потому что, в принципе, область, скажем так, не маленькая, и все города, и конкуренция большая, все хотят залучшити до себе гроші. А якось це, що ми зараз у Краматорському районі опинимося, як це якось вплине на нашу оцю? Ситуация с районами сложна тем, что на сегодняшний день, к большому сожалению, Кабмин пока толком, вот так скажу откровенно, и до конца не разъяснил, как же будет с районами. То есть мы сегодня выдвигаем в районные рады кандидатов в депутаты, а вот какие у них будут полномочия, какие финансовые ресурсы, на сегодняшний день еще пока никто не знает. То есть я думаю, это вот буквально после выборов, наверное, прояснится. То есть уже будет сформирован депутатский корпус, а вот чем будет заниматься, пока никто не понимает. Однозначно до конца выборов и до конца бюджетного года все те объекты, которые, ну, скажем, принадлежат району, скажу просто, они и будут финансироваться, принадлежать району. Вот. А как уже потом будет деление на громады, ОТГ, я думаю, в ближайшее время какие-то решения обязательно будут, потому что это, если их не будет, то это явно будет ступор. Дякую вам. Це мої були питання. А зараз питання наших гостей. Вадим Михайлович, я хочу вам оставить большой плюс.
Значит, вот мы, проходя сегодня в студии к Наталье Константиновне, увидели, что ставится ограждение возле банка «Аваль», где тротуара не было, и автомашины стояли впритык, и бедные дети, и все люди – то самое. Вот я к вам обращалась, и вы сделали, буквально вот сегодня это делается, это большой плюс. Поэтому я надеюсь, что и впредь те вопросы, которые нам хочется поставить перед вами, вы сделаете обязательно. А вопрос мой конкретный. Улица Радужная, очень большая, 130 домов. Некоторые от 35 номера, там ширина 30 метров, до 30 метров. Не всякая улица вот здесь, в центре, имеет такую ширину. А вот проблем там очень много. Значит, я не говорю о том, что ремонтировать обещали очень давно, до сих пор нет, я понимаю, нет денег. Но то, что я предложу сейчас, не требует вмешательств материальных. Значит, у нас появились люди, значит, выгребные ямы строят, ну, я не знаю, выше человеческого роста, так и так. А вот слева идет водовод, а там газопровод. Вот на водоводе такое устраивает, это уму непостижимо. Поэтому я считаю, что нужно вмешаться городской масти. У вас есть управление юридическое, подумайте, как это. Потому что я как-то сделала замечание, но услышала такое, что... Хорошо, давайте я отвечу на ваш вопрос. Ну, во-первых, по улице Радужной неоднократно обращались и граждане нашего города, депутат, который там работает. И эта улица внесена на этот год в план ремонтных работ, не капитального, а ямочного, поточного, как мы называем. Однако, в связи с тем, что пандемия была и продолжается, и город недополучает средства, на сегодняшний день нам 2 месяца нужно было остановить работы, чтобы понимать, какими финансами мы располагаем. В сентябре месяце начался ремонт, опять-таки поточный, и сегодня делается улица Светлодарская, сделана улица Медичная, это въезд в поликлинику, следующая будет Батюка и потом уже Радужная, то есть запланированы работы, и надеюсь, что они будут выполнены, мы успеем до конца года сделать. То, что вы сказали по благоустройству, у нас есть инспекция по благоустрою, в мою каденцию она была создана, которая как раз-таки занимается вот этими вопросами, где либо предприниматели, либо жители города нарушают законодательство, не следят за чистотой и порядком, и нарушают какие-то нормы строительные, в том числе, она выходит, фиксирует и, соответственно, штрафуем этих людей, призываем к тому, чтобы они все-таки делали то, что положено, вот то, о чем вы сказали. А вопрос правильный, потому что я всегда считаю, что надеяться на коммунальные предприятия, которые не в большом количестве, их сотрудники работают, обслуживают весь город, и если жители не будут приводить в порядок территорию, которая рядом с ними, толку не будет. Вадим Михайлович, спасибо, я вас услышала. Значит, я обращалась, Сергей Петрович Скопиченко сейчас возглавляет эту службу, он, значит, к частному сектору сказал, не имеет никакого отношения, поэтому нужно специальное решение то ли из сессии, то ли из полкома. Он имел в виду не то, что, скажу честно, моя позиция была вот в наведении порядка вот здесь. Очень много живет пенсионеров. И когда, если сейчас инспекция будет выходить и, скажем так, наводить вот этот порядок, так, то вы можно, знаете, зацепить не социально незащищенную группу граждан, которые не в состоянии там оплачивать и так далее. Я же вижу, что заросшие рядом территория, во многом случае, вы правильно говорите, если там у человека есть деньги, и он уже разводит свиней, он обязан там, это обязательно выйдет туда инспекция. Но по частному сектору я не давал такие, скажем так, направления работы этому отделу, потому что очень много людей, которые не могут себе позволить, стариков, которые не могут покосить действительно, да, заросшая территория, не в силу того, что они не хотят, а в силу того, что действительно у них нет, к сожалению, возможности и нет людей, которые рядом с ними проживают и могут это сделать. А вот по тем фактам, которые вы есть, обязательно туда инспекция появится буквально вот на днях. Меня зовут Нина Владимировна. И у меня вопрос по нашему славянскому курорту, который знает полмира. Вот что будет с ним? Это очень зависит, во-первых, для здоровья даже наших граждан. Актуальный вопрос. Я вообще считаю, что будущее и города развития, оно в том числе тесно связано с развитием славянского курорта, потому что на сегодняшний день основным источником развития города это являются финансы, которые мы получаем в местную казну с работы и с аренды там, земли, а также с работы предприятий в виде уплаты налогов. И чем больше таких предприятий будут платить налоги, чем они крупнее и состоятельнее, тем больше будет, лучше развиваться будет наш город. И если вы обратили внимание, то за последние 5 лет вся
вся инфраструктура вокруг славянского курорта на сегодняшний день городским советом приведена в порядок. А именно все дороги от ЖД вокзала, я имею в виду Славянский, Славянский курорт, тротуары, все сделано на сегодняшний день. То есть то, что в нашем ведении было за 5 лет, я вот со своей командой четко выполнил и озеро Вейсово, и дороги, и тротуары, все сделано. Но, к сожалению, территория это все-таки частная, Укрпроздравница это частная компания. И мы с ней судимся за то, чтобы они нам дали возможность развивать и территорию, на которой находятся эти санатории. Потому что самостоятельно они, я вижу, уже сначала были отговорки, что это военные мешают, теперь я вижу, просто не хотят вкладывать деньги. Но я нисколько не сомневаюсь, что этот курорт, невзирая на сегодняшнее его плачевное состояние, будет развиваться, потому что он уникальный, он единственный в Украине сегодня обладает потенциалом, который у него есть. Действительно, сюда нужно привлекать государство. Оно должно обратить на это внимание, и, соответственно, такие письма и от городской власти, и от народных депутатов неоднократно отправлялись. Пока что я не вижу в этом направлении никаких движений, вот таких вот, которые бы сказали мне «все». Поезд тронулся. Но работа эта ведется. Еще раз повторюсь, что для города это очень важный мотив, но момент. Но тем не менее, пока вот юридически заниматься, это все равно, что, извините меня, в ваш дом придет сосед и скажет, все, сегодня мы здесь делаем, условно говоря, санаторий, да, а вы об этом и не знаете. Ну, это юридические моменты. Но это не значит, что мы с этим не боремся. И я уверен, что на следующие 5 лет мы увидим развитие этого курорта в том направлении, к которому мы привыкли. Рекреация, отдых, санаторное лечение. И на самом деле он не такой огромный и большой, и не такие уж колоссальные деньги, если взять там инвесторов, привлечь и государство, необходимые для его развития. Самое главное сегодня разрубить вот этот юридический узел, а именно то, что собственник сегодня не хочет и не отдать его никому, и сам не занимается им, а просто чего-то ждет. Но в 2022 году у нас заканчиваются договора пользования земли для Укрпроздравницы, где она бесплатно использует нашу землю фактически. А до этого еще, возможно, мы через суд все-таки заберем ее и будем развивать так, как считает город, а не так, как, допустим, считают чиновники, которые проживают в Киеве и оттуда пытаются руководить вот на свое усмотрение данной здравницы. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Ну, у меня такой вопрос, может быть, не такой глобальный, но для меня очень значимый, потому что мы проживаем по улице Валковская, и вот от Светлодарской до Труда один единственный фонарь. Улица, ну сказать, что убитая, это ничего не сказать. Там пыли по щиколотку, когда дождь, там просто непроходимые топи. И это все еще и без освещения, хотя, в общем-то, столбы есть. Можно как-то повлиять на такую ситуацию? Поддерживать, не только наша улица. В общем-то, те улицы, которые не центральные, но они как в 19 веке. С вами полностью согласен, потому что работа, вы сами видите, насколько стали более освещенные центральные улицы, внутриквартальные, то есть появилось за последние годы освещение, но это не значит, что проблема решена. Я иногда говорю, знаете, лампочка Ильича, того еще Ильича, она еще не попала в 21 веке в некоторые микрорайоны, в том числе и нашего города. Это есть. Поэтому вот сказать, конкретно вашей улице я по выходу из студии займусь, скажем так, этим вопросом. Но то, что это не единственная улица, и если бы это единственная была улица, я бы сказал, да, все, завтра будет сделано. Но есть определенная программа наполнения, в том числе и бюджетными деньгами на нашего коммунального предприятия, которое занимается этим освещением, тоже ограничено. И в рамках этого, несмотря на то, что очень много сделано, еще очень много предстоит сделать. Поэтому займемся улицей Валковской. Но хочу сказать, вот по дорогам и по всему, вы со мной, наверное, согласитесь, что первая задача, когда я стал мэром, для меня была все-таки сделать ямочный и капитальный ремонт дорог по движению общественного транспорта, потому что эти магистрали используются всеми жителями нашего города. Да? И большая работа с 2015 года в этом направлении проведена и сделана. То же касается и освещения. И уже сейчас мы подходим к тому, что, знаете, не совсем хорошо слово периферия и частный сектор. И сегодня уже много освещенных улиц появляется и там. Почему? Потому что, да, действительно, до магистрали нужно еще дойти. И подошло время и возможности уже, когда мы видим, что уже у нас в центральной улице хорошо освещены, появляется все больше и больше световых точек, сегодня пришло время уже заниматься теми отдаленными уголками и такими боковыми переулками, скажем так, потому что все-таки там в том числе и живут наши люди, и они ждут от нас вот этих решений, этих вопросов. Поэтому будем заниматься однозначно. Я просто слышала, вот когда-то Вадим Михайлович обещал, плавающий глобус где-то. А поскольку у нас, извините,
ну как, с каждым годом потепление идет, извините, сентябрь месяц, а мы в жаре ходим, да, поэтому в этом регионе, вот по улице Свободы, первый вариант это был так здорово, водоема нет, и вот этот плавающий глобус тут бы так вписался, ой, как здорово. Я имел в виду, что когда при благоустройстве набережная озера Шелковичная, там мы разместим плавающие клумбы с цветами, и сейчас там, допустим, в частном порядке занимается рынок, там вот сейчас он открывает, у нас на следующий год запланирована вторая часть, вот вдоль озера выйти к Колыбе бывшей, там благоустройство этой территории, чтобы там можно было прогуляться, потому что сейчас, когда откроется этот центр торговый, там снимут ограждение, и там можно будет вдоль озера гулять спокойно. Сейчас там из-за строительства закрыта территория, а там будет проход. И, конечно же, мы планируем благоустроить это Шелковичное, чтобы оно, там нельзя будет купаться и плавать, оно мелкое, оно метровое, но, по крайней мере, погулять там с коляской, мамочкам, пенсионерам, посидеть на лавочках и полюбоваться там пейзажами, однозначно это будет выполнено, сделано. И вот я и в этом контексте говорил, что у нас в центре есть хорошее озеро, и там плавающие клумбы, я видел их в Харькове, это такие, ну, как бы на надувных таких подушках, просто обыкновенные, скажем, те же самые петунии и все остальное, размещенные на озере. Вот это я об этом говорил, да, помню. Я думаю, знаете, что вы со мной согласитесь, что из водного нужно делать в нашем городе, с такой жарой связанное, это вот эти вот арки, которые дают холодную пар, которые охлаждают. Вот это вот, это да, я уже вижу, что у нас уже просто напросто Африка. На жаль, час нашей программы добегает до кінця. Я дуже вдячна вам, що ви сюди прийшли. Бо сама програма розраховувалась на те, що мешканці міста зможуть так от просто поговорити, щось розказати керівникам нашого міста, і щоб він відповів на всі ваші питання. Ми сьогодні це побачили, все пройшло так, як треба. Тож вам дякую. Дякую, Вадим Михайлович, вам, що ви прийшли до нас в студію. Чекаю вас на тому тижні, що ви знову до нас прийшли, і до побачення нашим телеглядачам.